Начнем. Кирилл я. Я Женя. Я Миша. Я Котя. Хорошо, Женя, что ты придумал такой классный выход. Может, ты придумал что-нибудь еще? Ты не поверишь. Вчера нашел булыжник и кинул его в рядом лежащего бомжа. Ну а что еще делать на геологическом? Как замечательно, что в нашей команде есть такой парень, как я. Миша, ты что-нибудь приготовил? Ты не поверишь, я вчера тоже нашел камень. Ну как нашел? Меня его кто-то кинул. Но не стал провоцировать конфликт и перевернулся на другую сторону. А что еще делать на геологическом? Ребят, тема игры – осенний марафон. Может, у кого-нибудь есть что-то в тему, спортивное? Ну, я вот уже 2 месяца в спортзал хожу, но там закрыто. А я в караоке. И там открыто. А теперь песня посвящается тем, у кого экономить не получается. Такой взялся талантливый. Как откуда? Из бучи, 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 бучи я. Я приехал из бучи. Хорошо, Богдан. Хорошо, мы поняли, что ты из бучи. Ребят, нужно что-то актуальное. Ну, у меня есть актуальное. Все мы знаем, что недавно вышел iPhone 7. Итак, представьте, в гробу у Стива Джобса. Актуальная миниатюра. Откуда вообще она взялась? Из бучи, 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 бучи я. Богдан, мы поняли, что ты из бучи. Ребят, нужно что-то смешное. У меня, в принципе, есть смешная миниатюра. У меня смешнее. Миш, у меня смешнее. У меня смешнее. Ладно, показывай. Итак, представим. Встреча 2 атеистов на Пасху. Привет. Привет. Ха-ха-ха, смешно. Я же говорил, что моя миниатюра намного смешнее твоей. Ладно, покажу. Итак, представьте, отчим на опознании. Нет, это не мой сын. Женя, ты как станция метро вокзальная после реставрации. В смысле? Вообще не изменился. А где же Павлов? Где же Павлов? Подумали другие команды. А мы тем временем подготовили финальный номер. Итак, представим, Гарри Поттера отчислили из Хогвартса. Пишу я себе раньше, а не знам долго. Работно считала я в армии, шарик в створ. Летает на шматы, предлагает полетов за концессию ГВ. Пишем до мене книгу, в неї свої походи, книга Гаррі Поттер. І духи роти, духи тут їдають, хіба через бедро. Очі рівна паличка, тряпки і борги вітро. Синова сесія, неорганічна магія. Завалив, не здатний з нами, відділяв уваги. Знову поставить просто так мені трояк. Комісія на час, дармій не відкосиш ніяк. Колись на парі в тебе я отримав автомат. Тепер перцей комбат, начальник комбат. Покрили налиси, прямик був під морду. Нічок, віджимання, подйом, переворот. Я з поліційний Юля став. І
судити та повтор. Ти мене пинав та колом. Я повернусь і подивлюсь на тебе, на тебе. А фінальну фразу скаже Женя. Хай проблеми та незгоди не робить вам в житті погода. Будьте щасливі, хай вам щастить.